Брайан, у меня проблема. Меня хотят убить. Райан. Да? Время пошло. Ты говорил, это офисная работа. Расскажи мне свой ужасный сценарий. Но учти, что у меня нет твоей ученой степени. Существует скоординированный план террористической атаки. Агенты разбросаны по всему миру. Данные поступают от наших русских партнеров. Ты должен лететь в Москву. Теперь ты не просто аналитик. Ты оперативник. А почему ты меня не берешь? Да я буду все время работать. Это же Москва. Будет весело. Виктор Черевин. Джек Райан. Жаль, что вам пришлось лететь в такую даль. Обычная проверка. Что ты тут делаешь? Ты сам меня втянул. Я могу помочь. Я должна занять его на 10 минут? Есть, есть! Ты была великолепна. Хочешь быть непослушным? Партнерство – вещь деликатная, мистер Райан. Может закончиться дракой. Нас раскрыли! О, Господи. Здесь что-то большее. Вернись. Вот. Токио, Лондон, Шанхай. Все будет уничтожено. Есть вполне реальный шанс, что мы не выберемся отсюда живыми. Игра окончена, Джек? Это ловушка.